Как она? У нее есть родственники? Муж, родители, братья или сестры? Никого, кроме сына. Может, кто-то из дальних? Я не знаю, она детдомовская. Вашей подруге множественные переломы, повреждения позвоночника. Мы делаем все возможное и будем надеяться на лучшее. Ее можно увидеть? Пациентка уже вышла из послеоперационного наркоза, и пока она в сознании, вы даже можете с ней поговорить, только недолго. Я могу взять с собой ее сына. Мы не рекомендуем этого делать, так как на детскую психику это может произвести. Пожалуйста. Хорошо. Даю вам 5 минут. Спасибо, доктор. Привет. Мам, а тебе больно? Ну что ты? Я еще немножко здесь полежу, а потом мы вместе снова будем играть, хорошо? А если ты долго будешь лежать? Я всегда буду рядом с тобой, слышишь? В твоем сердце. Ты будешь смотреть на игрушку и думать обо мне, и я буду думать о тебе, хорошо? Мама, мамочка. Ну все, пора уже. Маме нужно отдохнуть. Пойдем, пойдем. Мама выздоровеет. Все будет хорошо. Ты не переживай, я Гришу не оставлю. Ты только поправляйся. Кать, прости меня. Да что ты? За все прости, слышишь? Если со мной что-нибудь случится... Врачи сказали, что не надеются на самое лучшее. Я тебя очень прошу, не оставляй Гришу, ладно? Не дай им забрать его в детдом. У него никого нет. Только я и его отец. Я найду его, я тебе обещаю. Все будет хорошо. Как ты должна знать, что Гришин отец? Алиса! Девушка, отходим, не мешаем. Срочно в реанимацию. Кать, а когда мама вернется? Она не вернется. Она улетела на небо и стала ангелом. Совсем-совсем не вернется. Никогда-никогда. Она тебя очень любила, Гришенька. И она всегда будет рядом с тобой, в твоем сердце. Я тоже буду. Знаешь, о чем она меня просила? Она меня просила найти твоего отца, и я это обязательно сделаю. Я его найду, и у тебя будет родной человек. Когда ты его найдешь, ты меня не бросишь? Я тебя никогда не брошу. Обещаю. Thank you.
мамы. Доброе утро. Сейчас будем завтракать. Иди умывайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Гриша. Гриша, это Клара Семеновна, наша соседка. Клара Семеновна. Она с тобой побудет, пока я съезжу по делам. Ну, идем на площадку поиграем, да? Пошли. Спасибо вам огромное, что помогаете. Да разве я не понимаю? Обращайся почаще, и мне веселее. Посижу сколько надо будет. Мои-то внуки в Канаде. До свидания. Счастливо. Идем. Идем. Тань, привет. Спасибо тебе большое, что смогла подменить. Да, меня в полицию вызвали. Подруга погибла. Спасибо тебе. Мы были подругами с детства. А родственников у нее никого нет, кроме сына. Но ему всего 6 лет. Уже известно, от чего она умерла? Да. Легочная тромбоэмболия. Скорее всего, из-за сильного удара во время ДТП от стенки сосуда оторвался тромб, который закупорил легочную артерию. Примите мои соболезнования. Виновника ДТП ждет суд. Спасибо, Алексей Иванович. Да, и приводите мальчика, сына потерпевшей. Его нужно определять в детдом. В какой еще детдом? Я обязан сообщить о Грише в отданной опеке. Мама его погибла, родственников у него нет. Есть. У него есть отец. Алиса его нашла. У меня есть адрес, я к нему поеду. Послушайте, Екатерина Сергеевна, а почему вы уверены, что отец захочет принять сына и заботиться о Грише? До сих пор он не интересовался ребенком. Ну, во-первых, он о нем ничего никогда не знал. Во-вторых, я должна хотя бы попробовать. Алиса сама выросла в детдоме, она бы этого никогда не допустила. Хорошо. Вы меня убедили, Екатерина Сергеевна. Я даю вам неделю на то, чтобы найти отца и начать оформлять документы на ребенка. Спасибо. И помните, что я иду на очень серьезное должностное нарушение. Поэтому держите меня в курсе дел и будьте на связи. Я сразу поняла, что вы добрый человек. Ну, это вы преувеличиваете, Екатерина Сергеевна. Называйте меня, пожалуйста, просто Катя. Спасибо еще раз. До свидания. До свидания, Катя. Добрый день. Чем могу помочь? Добрый день. Я ищу господина Александрова. Прошу. Олег Борисович, кажется, никого не ожидает. Вам нужно будет подождать здесь. По правилам резиденции я обязан уточнить, назначена ли вам встреча. Представьте, пожалуйста. Мне не назначено, я по личному вопросу. В этом случае вам нужно обратиться к его секретарю, назначить встречу и уточнить цель визита. Тогда они вас примут. Прошу. Важное дело. Девушка, подождите, это частная территория. Покиньте ее, пожалуйста. Пустите меня! Покиньте территорию! У меня сын Лихсанова, маленький мальчик! Леди, выйдите отсюда. Да. Понял. Пройдемте, я вас в дом провожу.
мной идите. Добрый день. Я вас внимательно слушаю. Я по поводу вашего сына. Ему 6, почти 7 лет. Зовут Григорий. Он родился в маленьком городе. Сейчас ему очень нужна ваша помощь. Девушка, я вас первый раз в жизни вижу. Какой у меня может быть с вами сын? Андрей, проводите. Татьяна Михайловна, я вернусь к 5 часам. Подождите. Вы меня неправильно поняли. Мать ребенка не я. Ее звали Алиса. Ну, вспомните, 7 лет назад маленький город. Энергодар. Вы же там были? Были? Везде сделать тест на отцовство. Тише. Чтобы никакого обмана. Для меня это очень и очень важно. Я вас понял. Вы пойдете со мной. Олег Борисович так сказал. Я с вами никуда не пойду. Почему же пойдете? Необходимо проверить, врете вы или нет. Хорошо. Вот скажи мне, Федоренко, ты что, невменяемый? Я тебе сколько раз говорил, что нельзя во время обыска изымать все подряд. Говорил? Говорили. А что ты делаешь? Зачем ты изъял пластиковый пистолет и оформил его как вещдок? Ну, вроде похож на настоящий. Да, но он стреляет пластиковыми шариками. Ну так, может быть, в его конструкцию преступник внес изменения. И чем он, по-твоему, теперь будет стрелять? Боеприпасами? Иди отсюда. Иди. Ну вот, как я игрушечный пистолет отправлю на экспертизу? Не скажешь? Кронин, ну ты же сам законы нарушаешь. Приходила сегодня одна женщина. Олесь, при чем тут женщина? Я просто пожалел ребенка. Да-да, ребенок. Я так сразу и поняла. Леш, послушай, а может быть, мы поужинаем с тобой сегодня вместе? Я знаю один неплохой ресторанчик. Сегодня никак не получается. Нужно отчет сдать за месяц. Да сдашь ты свой отчет. Ну, раз уж так вышло, что мы с тобой вместе в одном кабинете на время ремонта, может быть, нам сблизиться? Извинились. Давай в другой раз. Да? Правило, дел по городу. Хорошо. В другой раз. Катюша пришла. Катя! Я соскучился. Я тоже. Григорий настоял, чтобы я читала только его книгу. Хорошо поел, поспал. Молодец. Сейчас мы проверим, как ты поел. Смотри, какая штука. Открой рот и скажи «а». Так, молодец. Поел ты хорошо. Так что держи сюрприз в шоколадку. Спасибо. Проверяйте. Вы не волнуйтесь так. Проверим. Всего доброго. Ну что?
Тест на отцовство оказался положительным. Доброе утро. А с чего вы взяли, что он оказался положительным? Иначе вы бы не стали со мной встречаться. Хм. Это верно. Ну, где сейчас Гриша? Я хотел бы с ним познакомиться. Обязательно. Только теперь я вас проверю. Моя очередь. Вы смелая женщина, Екатерина. Ну, ладно. Меня зовут Лексанов Олег Борисович. Я учредитель и генеральный директор компании «Альшанс». Проверяйте. Спасибо. Угощайтесь. Кстати, я могу предоставить любую документацию по вашему запросу. Спасибо, пока не нужно. Ну, расскажите мне о Грише. Как он вообще к вам попал? Что он любит? Чем увлекается? Он любит книги про окружающий мир, динозавров, конструкторы. Я еще не успела толком его узнать. Алиса, мать Гриши, была моей близкой подругой, но она погибла недавно. Я пообещала ей, что позабочусь о Грише и найду его отца. Может, вы о себе расскажете? У вас есть семья? Семья? Есть взрослый сын. Жена была. Она умерла 8 лет назад от острого лейкоза. Все мои деньги ее не спасли. Мне жаль. А ваш сын, вы не боитесь, что он вас осудит? Осудит? Нет. Вот этого я как раз и не боюсь. Мы с ним не общаемся уже 7 лет. Я разорвал с ним все отношения, я даже настоял, чтобы он сменил фамилию. Понимаете, Катя, мой сын, он очень непорядочный человек. Он любит тратить деньги, брезгует их зарабатывать. Наверное, это моя вина, я где-то упустил сына. Но, надеюсь, Гриша, я этих ошибок уже не повторю. Все, что для этого нужно сделать, я сделаю. Ему что-то нужно? Да. Помогите достойно похоронить его мать. Она ведь и вам не посторонний человек. Да. Конечно. Можете быть спокойны. Все, что нужно, я сделаю. Катя. Это мой прямой номер. Можете мне звонить в любое время. Алексей Иванович, здравствуйте. Мне очень нужна ваша помощь. Хорошо. А что случилось? Это не телефонный разговор. Если вам удобно, можем встретиться сегодня. Сейчас у меня обед. Как раз могу к вам подъехать. Вы знаете, я обещала Грише погулять с ним в молодежном парке. Давайте там, если можно. Хорошо, я вас там найду. До встречи. А ты куда? Ну, вдруг начальство спросит. Скажи, ничего не знаешь. Пусть мне звонят, я объясню, да? Может, хочешь на качели? Спасибо. Я просто пройдусь. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. Я не молодой человек, я Гриша. Ну, а я капитан Кронин. Капитан полиции Кронин Алексей Иванович. Но ты можешь назвать меня просто Алексеем. Вы настоящий полицейский? Да.
И у вас пистолет есть? Есть. Посмотреть дадите? Обязательно, но только в другой раз. Только не забудьте. Договорились. О чем вы хотели меня попросить? Я нашла отца Гриши. Хочу попросить вас разузнать о нем по своим каналам. В этом есть какая-то необходимость, или он вызывает у вас подозрение? Я думала, что он окажется несколько помоложе. Просто хочу убедиться, что с Гришей все будет в порядке. Кать, не бойтесь. Я обещаю, что помогу вам. Знаете, что если у вас когда-нибудь возникнут хоть какие-то сомнения, что Грише плохо или его обижают, звоните. Я обязательно помогу. Спасибо вам, Алексей Иванович. Пожалуйста. Да, и называйте меня Алексеем. Я все выясню и вам перезвоню. Всего доброго. До свидания. Да-да. Разрешите? Я очень занят. Что у тебя? Только быстро. Я сейчас еду в мебельный магазин. Там двое сотрудников подрались, и один вроде как ударил другого отверткой. Понятые. Угу. Осмотр места преступления, составление протокола, потерпевший, угу, подозреваемый, изъятие орудия преступления, опрос свидетелей. Угу. Что не ясно? Ну, теперь все понятно. Лейтенант Федоренко, выполнять. Есть. Я не ожидала, что вы так быстро позвоните. Ну, сделать быстро не значит сделать плохо. Как Гриша? Весь день вспоминает вас с пистолетом. Ага. Да. Мальчишка просто замечательный. Вы знаете, отец у него оказался очень интересным. В общем, я пробил его по нашим базам. Александр Олег Борисович, 53-го года рождения. Генеральный директор девелоперской компании «Альшанс». К уголовной ответственности не привлекался, на учете не состоял. Задолженности по налогам, сборам, взносам не имеет. Собственник нескольких объектов недвижимости. Там тоже все чисто. Сделки не оспаривались. Никаких криминальных связей Александрова мне обнаружить не удалось. И еще. Меценат создал и возглавляет благотворительный фонд помощи онкологическим больным. В общем, идеальный человек и гражданин. Я просто поверить не могу, что вы за полдня все это узнали. Разве это возможно? Ну, мне, конечно, приятна ваша похвала. Но вы знаете, для человека, который имеет доступ к базам МВД и умением искать, в этом нет ничего удивительного. А я умею искать. Спасибо вам большое, Алексей. Вы просто не представляете, какой камень с души у меня упал. Пожалуйста, если что, обращайтесь, помогу. Да, и помните наш уговор. Мальчика нужно передать родному отцу. Да, конечно. Только дайте мне еще немного времени. Я хочу, чтобы они хотя бы познакомились. 5 дней, Кать. У вас есть 5 дней. Спасибо. Олег Борисович, я готова познакомить вас с Гришей. Хочу познакомить тебя кое с кем, хорошо? Здравствуйте, Олег Борисович. Это Гриша. Гриша, это Олег Борисович. А ты меня можешь называть просто Олег. Я был большим другом твоей мамы. Знаешь, мне очень жаль, что тебе пришлось расстаться с твоей мамой. Я скучаю по ней. Я знаю. Но поверь, со временем грусть уйдет, а останутся только любовь и очень хорошие, добрые воспоминания. Правда? Честное слово, я знаю. А сейчас мне нужна твоя помощь. Ну-ка, смотри. Ого! Вот эта книга! Я такую в витрине видел. Мама просила, чтобы купила.
Но она сказала потом. Знаешь, я, правда, покупал на свой вкус. Мог я ошибиться, ты смотри, выбирай. Спасибо. Спасибо вам. И за то, что помогли организовать похороны Алисы. Знаете, Катя, это наименьшее, что мог сделать для матери своего сына. Кать, смотри, какие здесь рисунки. Я вижу, Гриша к вам очень-очень привязан. Я к нему тоже. Алексей Иванович, я думала, ты ушел. Не хочешь меня домой подвезти? Нам по пути. Нет, я в другую сторону. У меня еще работа. Работа. Неужели из-за этой дамы с ребенком ты отказался обмывать капитанские звездочки Саньки? Послушай, давай я тебе такси вызову, а? Кронин, такси я могу сама себе вызвать. Ну нет же, Криша, нет. Ну определенно трицератопс. Тираннозавр намного круче. Он хищник один травоядный. У него вот так. Ничего, молодой человек, не хулиганьте. Предлагаю джентльменские пари. Завтра мы все вместе поедем в музей, и пусть нам всем объяснят, кто из твоих этих самых динозавров был круче. Катя, перебейте. Договорились. А сейчас настало время десерта. Вот пойди с молодым человеком, он поможет тебе выбрать. Пойдем. Давай-давай, не стесняйся. Пойдем. А покажите нам ваши самые лучшие десерты. Хорошо. Не ожидала, что вы так быстро найдете общий язык с Гришей. Он замечательный. Такая печальная судьба. Я в ближайшие дни оформлю все документы на Гришу. Вы будете прекрасным отцом. Я все для этого сделаю. Катя, переезжайте ко мне жить. Жить? К вам? Ну да. То есть вы, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Просто я вижу, как вы к нему привязаны. Было бы жестоко вас разлучать. Да и мне самому с ним будет трудно управляться. Я со своей стороны гарантирую вам полную безопасность. Вы ни в чем не будете нуждаться, а в моем доме места хватит для нас всех. Спасибо. Честно говоря, сейчас мне было бы трудно расстаться с Гришей. Я понимаю. Катюша, поверьте, вы сделали правильный выбор. Вот. А вот и наши герои. Кать, смотри, что я выбрала. Молодец. Пожалуйста, срочно назначите мне встречу с нотариусом. И пригласите Кирилла Дружинина ко мне домой. Понял. Спасибо. Ну, Гриш, давай, приятного аппетита. Спасибо. Завтра мы приезжаем. Куда? Олег Борисович позвал нас жить к себе. У него большой просторный дом. У тебя будет своя комната. А зачем нам с ним жить? Он хочет с тобой подружиться. Зачем ему нужно? Я маленький, он большой. Ты маленький, но очень особенный мальчик. Я вот рада с тобой дружить. Олег Борисович завтра сам все тебе объяснит. Спокойной ночи. Алло. Алексей, вы просили держать вас в курсе? Да, Катя. У вас есть новости? Есть, но я бы хотела рассказать их лично. Я как раз недалеко от вас. Могу подъехать.
Если вам удобно, можете спуститься на улицу. А вам было бы удобно подняться? Просто Гриша засыпает. А, да, конечно. Договорились. Я изменил завещание. Сегодня был у нотариуса. Ты помирился с сыном? Нет. На сыне давно поставил крест, но недавно я познакомился с другим человеком. Каким? Со своим внуком. Внуком? У тебя есть внук? Я тоже сначала удивился. А это внук? Никакого обмана, я все проверил. Ты понимаешь, что это значит? Это шанс. Вырастить достойного человека, который продолжит мое дело, а не спустит его на свои капризы. И вот этот шанс я не упущу. Тогда за внука? За внук. Он приедет один? Гриша? Нет, конечно, нет. Он приедет с Катей. С Катей? Да, она хорошо о нем заботится. Слушай, я в завещании назвал тебя душеприказчиком. Прости, что не спросил твоего согласия, но просто времени не было. Ну, разумеется, я согласен. И благодарю за доверие. Но я надеюсь, что я не скоро его оправдаю. Знаешь, если что-нибудь, позаботься о Грише. Пожалуйста. Для меня нет никого дороже и важнее. Даю слово. Алексанов Олег Борисович, и он признал Гришу своим сыном. Вы рады этому? Рада. Мне кажется, он будет прекрасным отцом. Он так заботливо общался с Гришей. Знаете, я давно не встречал такого искреннего человека, как вы. Правда. Вы так ненаигранно радуетесь за чужого ребенка. И всеми силами стараетесь ему помочь. Вы очень хорошая девушка, Катя. Знаете, я хотел вам сказать. А давайте отметим Гришин переезд к отцу. Приглашаю вас завтра на ужин. Завтра я не могу. А работа? Нет, дело в том, что я вместе с Гришей переезжаю к Олегу Борисовичу. А, ну да. Наверное, это правильное и верное решение. Со своей стороны могу пожелать только хорошего и счастья, и Грише, и, конечно же, вам. Подождите, вы, наверное, меня неправильно поняли. Спасибо за угощение. Пирог был просто отличный. Ну и надеюсь, что у вас все сложится хорошо. Поймите, мне сейчас никакие отношения не нужны. Я прекрасно все понимаю. Всего хорошего. Не провожайте меня. Вы идите, а вещи я принесу. Спасибо. Вот тут теперь мы будем жить. Нравится? Да, очень. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Коллега Борисович, он нас ждет. Вы проходите, вам сейчас все объяснят.
Вы, наверное, Екатерина Сергеевна? Здравствуйте. Здравствуйте. А где Олег Борисович? Он меня предупредил о вас, хотя не в той мере, как хотелось бы. Татьяна Михайловна, заберите пока ребенка, предложите ему чаю. Молодой человек, вы не откажетесь от чая? Иди, Гриш, не бойся. Я здесь. Нам надо поговорить с вами наедине. Что случилось? Меня зовут Дружинин Кирилл Антонович. Я близкий друг Олега Борисовича. И многим ему обязан. К сожалению, сегодня ночью Олег Борисович умер. Как умер? Обширный инфаркт. Врачи не успели спасти. Боже мой, как же Гриша? Вы не волнуйтесь, я обо всем позабочусь. Прошу. Я не оставлю мальчика. Вчера Олег позвонил, назначил срочную встречу. Сказал, что речь пойдет о единственном внуке. Гришин отец ждет нас здесь. Прошу. Я не буду с ним разговаривать. Екатерина Сергеевна, может, не стоит делать поспешные выводы? Отец имеет право участвовать в жизни Гриши. Он сломал мне жизнь и бросил Гришу еще до рождения. Я о нем не знал. Я ему не отдам ребенка. Гриша. Гриша, надевай шапку. Извините. Мы уезжаем. Отвезите нас домой. В смысле? В прямом смысле. Домой нас отвезите. Просто я подумала, почему бы нам не остаться дома? Нам же так хорошо вдвоем. Да, хорошо. Ты как моя мама. Она тоже старалась, чтобы мне было хорошо. Я стараюсь. У меня получается. Я, Лексанов Олег Борисович, 25 мая 1953 года рождения, завещаю все свое имущество внуку Григорию Дмитриевичу. Внуку? Да, внуку. Отлично. Еще при жизни от меня отказался, так и после смерти решил подгадить. Простите. Продолжайте, пожалуйста. Катя, открой, нам нужно поговорить. Уходи, или я вызову полицию. Ничего себе новости.
что там? На тебя ссылку сбросила, посмотри. Сегодня ночью скоропостижно скончался бизнесмен и известный филантроп Олег Лексанов. Состояние Лексанова оценивается более чем в 300 миллионов долларов. А наследники, наверное, уже распиливают денежки. Не обязательно. Некоторые могут и скорбить. Единственный наследник Лексанова – сын Дмитрий, бизнесмен, светский лев. Ничего так симпатичный. Гриша не голоден, я буду поздно. Срочно на работу вызвали. У тебя хоть все в порядке? Да, бывало и лучше. Как же хорошо, что вы мне помогаете. А зачем соседи нужны? Спасибо. Не волнуйся. До свидания. Аппарат абонента включен или находится в зоне действия. Что там, какие-то проблемы? Ничего. Рабочий вопрос. Еще злишься на меня? Что до дома не подвез? Вижу, злишься. Прости меня, пожалуйста. Я был неправ. И хорошо вышло. Леша, я приму твои извинения только после ужина в ресторане. Угу. Тогда я приглашаю тебя в ресторан. Как там Гриша? Клара Семеновна, я через час домой приеду. И спасибо. Вавилова, поскорее. У тебя там гость 10 минут, меню мнет. Бегу. Заказ прими. Добрый вечер. Готовы сделать заказ? Уходи отсюда сейчас. Подожди, нам нужно поговорить. Нам с тобой не о чем разговаривать. Ты считаешь, что не о чем? У нас есть ребенок. Один на двоих.